Центр управления регионом Карелии совместно с региональным управлением по туризму разработали чат-бот в Telegram. Он поможет путешественникам выбрать варианты, которые максимально отвечают их запросам. Чтобы воспользоваться программой, нужно перейти по ссылке, которую вы видите на экране. МЧС Карелии сообщает о ливнях, грозах, граде и усилении ветра до 15-17 метров в секунду. Изменение погоды сегодня ожидается во всех районах республики. В Медвежьегорском районе 12-летний мальчик получил многочисленные ожоги на берегу Онежского озера в поселке Повенец. У подростка диагностировали ожог лица, грудной клетки, а также ноги. Предполагается, что ребенок мог получить повреждения во время отдыха у костра. Ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак – такой законопроект внес на рассмотрение в Госдуму Госсовет Татарстана. По мнению депутатов, эта мера поможет сократить численность безнадзорных животных. При попытке незаконно пересечь границу были задержаны 6 граждан Республики Куба. Один из них чуть не умер в карельском лесу от укусов комаров и обезвоживания. Иностранцу оказана срочная медицинская помощь. Нелегалы задержаны, решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел.